В Черноморском городском поселении прошел сход граждан. Участники встречи подвели итоги уходящего года и наметили планы на будущее. В начале схода с докладом о проделанной работе за 9 месяцев 2019 года выступил глава черноморского поселения Денис Левагин. Одно из основных направлений в деятельности администрации – благоустройство. За указанный период в поселении проходила отсыпка дорог, устранение порывов на линиях водопровода. В рамках реконструкции Дома культуры проведен ремонт кровли. На сегодняшний день закончились работы по капитальному ремонту хореографического кабинета. Продолжился сход обсуждением насущных проблем в поселении. Немало вопросов на встрече касалось благоустройства. Жители микрорайона Солнечный пожаловались на качество дорог. Есть дорожная карта, с которой мы вас прекрасно всех знакомили еще в начале года. Что конкретно запланировано? Вот первая моя задача – это выполнить обязательно эту дорожную карту. И мы доберемся обязательно и до Солнечного микрорайона. Доберемся и до других улиц поселения, только чуть наберитесь терпения. Сразу все засыпать и везде сделать, но вы понимаете, это невозможно. Жители волнует проблема медицинского обслуживания и благоустройства, электро- и водоснабжения. По проспекту Черноморскому и Солнечный. Вы сказали, что там нарушений нет. Но как стоял участок на кадастре, так он и стоит, хотя было предписание. Объясните мне, пожалуйста. Мы его рассмотрели, сейчас начальник отдела более подробно, корректно в рамках земельного законодательства вам объяснит. Все вопросы, озвученные на сходе, взяты на контроль для их дальнейшего решения.